Всем привет, с вами Алексей, вы на канале 53 регион, и сегодня у нас на обзоре вот такие вот китайские сенсорные часы. Покупал я их рублей за 300, товар шел быстро, 2-3 недели, средняя доставка в 53 регион. Эти часы у нас без каких-либо опознавательных знаков, какой ни фирмы, модели и прочего. Ремешок выполнен из каучука и выглядит довольно-таки дешевеньким. С этой стороны у нас, как обычно, застежка и две петельки, убирать лишний ремешок после как вы застегнете часы на руку. Итак, часы хромированные с сенсорным экраном. Имеется две как бы кнопки Set и Mod. Нажимаем, видим время. Собственно, весь функционал часов. Также мы можем выставить дату. Дату, секундомер. Собственно, и все, что у них есть. Часы простенькие, но выглядят так более-менее. Я их носить не стал, так как они мне что-то не понравились. Ссылочка на товар будет в описании. Может, кому понравится. Там много цветовых вариантов ремешка. И есть не хромированные. Или все хромированные, точно уже не помню. Ссылочка будет в описании, перейдете, посмотрите. Но цветов ремешка очень много, даже белый есть. Также в описании есть информация, как сэкономить при покупках в интернет-магазинах и на торговых площадках в Китае и не только. С вами был Алексей. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих распаковках.